Добрый день, дорогие мои. У нас начался Великий пост, и поэтому мы можем вернуться нормально к серьезным разговорам, к серьезным обсуждениям и к каким-то рассуждениям. И я хочу вернуться к теме лишения сана отца Владимира Головина. Я выступил. Давайте вот здесь будет ролик, который я выступил. Выступил, правда, немножечко так с юмористической точки зрения, потому что мне то, что с ним происходит, достаточно забавно. Забавно. И забавно это потому, что я сам вот в той ситуации, в которой он сейчас оказался, нахожусь уже достаточно длительное время, ровно 10 лет, почти 10 лет, в этом году будет 10 лет. И у меня уже есть понимание, что происходит с ним, и самое главное, что с ним будет дальше. В связи с тем, что я выступил, не скажу, что в защиту его, потому что мне не все нравилось то, что он там делал, но я выступил против такого решения, которое приняли и озвучили сразу во всех средствах православной медиасферы, чем ввели в заблуждение всех людей. Но те, кому не понравилось то, что я сказал, конечно, сразу выставили и мою старую историю, и про меня, про то, как меня лишали сана, и утверждение в том, что я лишен сана. И поэтому я еще раз хочу рассказать на своем примере, как это происходит. И самое главное, отцу Владимиру показать, как с ним это может дальше быть. Давайте вернемся к истории, почему на меня начались определенные репрессии. Я не буду раньше 9-го года говорить, что там было и почему, и о чем я разговаривал с патриархом, и почему там было решение секретаря епархии Зосимы, который мне пообещал, что мы тебя уничтожим. Но в 9-м году были другие определенные события, которые привели к тому, что на самом деле и сейчас есть. И эти события начались в августе 1909 года, когда на общем собрании, все священники это помнят, я выступил с критикой тогда секретаря епархии игумена Виталия Уткина. Он говорил о своих планах, он рассказывал о том, как все это хорошо у него должно происходить, и говорил о телестудии, которую он решил открыть. Я как раз взял слово и сказал, что никакой телестудии быть не может, если нет профессионалов в епархии, что купить просто камеру, это еще не значит, что организовать телестудию. Вот. Все мне аплодировали, потому что я считал, что во всей деятельности, в социальной деятельности Русской Православной Церкви везде должны быть профессионалы. Профессионалы. Я специально заканчивал Академию туризма по благословению своего духовника отца Наума и по благословению епископа, архиепископа Амвросия, чтобы быть профессионалом в реабилитационной деятельности. Я всю жизнь, в церковную жизнь занимаюсь реабилитацией детей после рака крови, наркоманов, и вот в этой деятельности. Так и в телевизионной деятельности, и в любой деятельности у нас должны быть профессионалы. Если мы социальную концепцию Русской Православной Церкви хотим реализовать, то мы должны расставлять не просто по знакомству, не просто потому, что он имеет такое звание, а потому, что он знает, как это дело сделать. К сожалению, я участвовал в разработке концепции, значит, социальной деятельности Русской Православной Церкви, и думал, что она нам даст очень большой толчок вот, по развитию общественной деятельности на духовных основах. Потому что вера без дел мертва есть. Но, к сожалению, этого не произошло. И я считаю, что главная причина, потому что не нашлось кадров. То есть вот, не были расставлены правильно кадры, которые понимают, как что делать. И критика моя в данном случае в августе по отношению к игумену привела к тому, что игумен резко решил
можно так сказать, со мной расправиться, и пошли кое-какие с его стороны мероприятия на эту тему. А в 2008 году, я, наверное, ошибаюсь, наверное, в 2008 это году было, потому что там были и проверки, и все остальное посыпались на меня, и только к августу 2009 года мы пришли к некоторым решениям. Мы пришли к какому решению? Вот в конце концов, когда все проверки моей деятельности в храме ничего не дали, никогда я никаких икон никуда не воровал и не увозил, никакими средствами не пользовался, потому что бухгалтерия была не в моих руках, я никогда в руках церковных денег не держал. Они все время шли все через бухгалтерию. Но тем не менее, значит, в конечном итоге у нас был небольшой конфликт, что и явилось хорошим поводом к моему дисциплинарному наказанию. И вот был создан совет, куда пригласили меня, и мы на этом совете получили что? Вот я вам показываю. Мы получили решение, я получил уведомление о том, что прошел этот совет, видите, 27 августа 2009 года, в котором уже было принято решение протоиерея Михаила Махова извергнуть из священнического сана, из священного сана. Вот так звучит. Подпись секретаря епархиального управления игумен Виталий. Ну, это Уткин. Вот. Там есть даже подписи тех, кто подписался якобы вот под этим советом и под этим решением. Я не буду их выставлять, потому что я знаю, что один сейчас митрополит, он заплакал на этом совете, когда вот со мной расправлялись, грубо говоря, на нем. Хотя там все длилось достаточно коротко. Справка, которую подготовил игумен Виталий Уткин на меня, это что-то. То есть вот на кладбище, на православном, меня класть нельзя по этой справке. Вот, все перевернуто с ног на голову. Вот, и все, что я в жизни заслужил, ничего не умею руками. Я почему-то пятый разряд слесаря там имел. Ничего не понимая в науках, я почему-то несколько образований высших имею. Ну, в общем, в конечном итоге справка, кстати, явилась в дальнейшем вот таким обоснованием, даже тем же текстом, я думаю, игумен или его помощник дальше и делали те клеветнические статьи, которые на меня в интернете существуют, потому что там прямо эти же самые слова. Обоснования какие? Ну, я не буду прямо к первому обоснованию о том, что там хиротония была у меня какая-то неправильная. Это полная глупость, потому что я несколько лет был под попечением отца Августина, сейчас епископа, значит, в городце отца Наума, все, что делал в своей деятельности, в какой-то научной до рукоположения, это была чисто научная деятельность, никакой магии, никакой этой. Я писал письмо епископу, и оно приводится где-то, что никакой магией я никогда не занимался, это была чисто научная деятельность. Ну, а сейчас прошло 25 лет, я могу сказать, что это еще и была деятельность под безопасности. Потому что подписывал в трех ведомствах серьезные документы о том, что не разглашать, что происходит. Это была система безопасности. И то, что мы показывали, это были фокусы, которые действительно легко было показать любому человеку, не владеющему никакими приемами. Оккультных книг я никогда не читал, не изучал, никогда этим не занимался. Там есть некоторые рассуждения, что у нас был очень добрый епископ, поэтому он принял решение принять меня в сан, хотя у меня были какие-то канонические к этому несогласования. Но меня в сан благословил принять патриарх Алексей II, поэтому владыка знал об этом, и поэтому он выполнял его, скорее, благословление, когда меня принимал в сан. И я встречался после этого с Святейшим дважды, в том числе и в Введенском соборе в Иваново. И в Иваново он сам благословил меня заниматься профилактикой и строительством храма и всем остальным, что в церкви полагается. Поэтому мы пропустим первый
Пункт 2. Протоиерей Михаил Мах в течение своего священнического служения активно занимается мирской деятельностью, которая препятствует его проявлять должную заботу о приходской пастве, о веренной ему храме. Вот эта деятельность по реабилитации, по созданию программ, санаториев, там «Русское поле», я участвовал в создании санатория для детей из ФНКЦ после рака крови и многие-многие программы. Никогда никакой мирской деятельностью, отдельной от спасения детей, наркоманов и, значит, алкоголиков, я никогда не занимался. На этом денег никогда не зарабатывал. Вот. Деньги появились только, когда мы начали строить санаторий здесь для детей. Опять же, после рака крови. И там была некая зарплата, которая считала, что вот вроде мне за то, что я этот санаторий организую. Никакой коммерческой деятельности я тоже никогда не вел, и это все полный бред. То, чем я занимался, сейчас является вот первостепенной для церкви. Всех священников, всех епископов, патриарх прямо требуют заниматься этим. Пытаются отчет о деятельности церкви представлять именно в этом свете, чтобы вот та деятельность, которой я занимался, звучала, что она есть. И когда говорят о деятельности патриархи, тоже именно эту деятельность обозначают. Вот. Плюс организация общей, значит, жизни молодежной, профилактика, богатырские игры мы проводили с Владимирской епархией, значит, патриархийные богат, ну и так далее. В общем, это полная чушь, то, что мне приписали, что я занимался мирской деятельностью и как-то в этом, видать, преуспел. Значит, нанес публичный, третий пункт, по которому публичное оскорбление епархиальным архиереям, клирикам епархии. Те, кто возьмет то письмо, на котором основано, я еще раз повторяю, я в нем не собираюсь раскаиваться, потому что там был действительно конфликт не по отношению ко мне, а к моей жене. И я как муж как должен был это сделать. Должен был. Я не должен был приползти на коленях к епископу и просить, чтобы он просил прощения у моей супруги. Вот. Но мы о чем речь? О том, как это решение 27 августа относится к уставу Русской Православной Церкви, а никак. То есть нет вот такого права у какого-то совета, у какого-то игумена вот, принимать такое решение и выдавать мне на руки, что я извергнут из священнического сана. Вот. Что должно было последовать? А должен был последовать суд над игуменом Виталием Уткиным, и, потому что у нас по уставу тот, кто что-то предъявляет и хочет от своего брата, подлежит тому же самому наказанию, которому он не подверг этого человека. Все. Должен был после этого совета сразу и вылететь. Но они поняли, что что-то сделали не так, и стали думать, а каким же другим путем к этому прийти. Ну и нашли другой путь. Пошли по пути суда надо мной. Вот, создали следствие, в котором просто повторили справку, которую вот к этому к совету приложил игумен Уткин, и ее просто расширили. Вот. Вот, набрав, значит, каких-то свидетельств, каких-то, значит, это, взяв показания у сумасшедших, то есть там основные показания от женщины, которая всю жизнь стоит на учете психиатра и несколько раз пыталась покончить самоубийством. Вот. Ну, речь не в этом. Мы-то не будем глубоко в это залезать, потому что, значит, это длинный разговор. В конечном итоге состоялся суд епархиальный, который я попытался обжаловать в общецерковном суде. И общецерковный суд мне отказал. Зачем? Затем по уставу должно было последовать следующее. По этому решению суда епископ должен быть
выпустить указ, потому что у нас решение принимается только по указу епископа такие. И этот указ должен был утвердить патриарх. Ну, по-видимому, указ о лишении меня сана. У нас это прописано в уставе Русской Православной Церкви, и я не возражал, что так пойдет, потому что я думал, что когда указ придет к патриарху на утверждение, то патриарх еще раз посмотрит, а что же там происходит и почему протоиерей, который почти 20 лет прослужил, заслужил все звания, какие полагаются, восстановил церковь, огромное количество программ, и, значит, в такой общественной, государственной деятельности поучаствовал много. Вдруг вот так гнобят. Что за причина? Но указа не последовало, но начались утверждения, что меня лишили сана. Начались утверждения. Я все время сопротивляюсь и все время говорю, что у меня никакого документа о лишении меня сана не существует, поэтому я не могу взять и лишить сам себя сана. Вот, как я только откажусь, я просто знаю, что в конечном итоге буду реабилитирован. Вот, все будет восстановлено, я абсолютно в этом уверен. Мне и мой духовник об этом говорил, и отец Иоанн Чихачева говорит, жди, все придет, все реабилитирует. Вот. И поэтому, отказавшись сам, я просто знаю, что в конечном итоге мне скажут, а он сам отказался. Мы действительно, да, там были ошибки, но он знал об этих ошибках, но он сам взял и отказался. Вот. Поэтому он не это. Поэтому я лично не могу, вы меня поймите правильно, отказаться от своего сана, как, впрочем, сейчас не может и отец Владимир Головин. Хоть и опубликовали, что он лишен, но у него нет на руках документа, что он лишен. Решение суда не может быть на эту тему. Я вам показывал пятую, значит, статью Устава Русской Православной Церкви, когда этим вопросом, то есть лишение сана, пожизненное запрещение, занимается только патриарх. Только патриарх может утверждать, и суды не могут этим заниматься. Вот. Но, тем не менее, значит, через какое-то время вдруг в интернете появился, нет, я точно знаю, через какой, через 5 лет после разговоров о том, что у меня, я лишен сана, в интернете появился, значит, документ, где как бы говорится о том, что меня лишили сана. Вот, смотрите, Московская патриархия, давайте я вам чуть-чуть увеличу этот документ, чтобы вы подробно видели. Вот, Московская патриархия, канцелярия, вот, исходящий номер 17.12.10 года. Суд у меня состоялся общецерковный в ноябре 2010 года. Его Преосвященнейшему Иосифу, епископу Ивану Вознесенскому, ваш Пресвятитель, дорогой Владыка, по поручению председателя Общецерковного суда Русской Православной Церкви, митрополита Екатериндарского, в общем, основная суть вот здесь. Также сообщаю резолюцию Святейшего Патриарха Кирилла на решение Общецерковного суда от 29.11.10. Ну, суд состоялся не 29-го. Давайте, вот здесь вот эти все цифры, я не буду распространяться, и все эти даты, они все перепутаны. Ну, в данном случае суд состоялся 17 ноября. Это уже странная дата. Но дальше мы слышим, какую же резолюцию якобы наложил патриарх. Вот, я этой резолюции не видел и не знаю, есть ли она на самом деле, и чьей рукой она написана, и почему появилась в интернете только через 5 лет. Решение по делу от такого утверждаю. Вот, от 2.3.10. Утверждаю, в связи с решением Церковного суда по делу вот такого-то решения Епархиального Церковного суда Ивановской епархии о извержении из сана Михаила Махова, утверждаю. Вот якобы это написал патриарх. Секретарь Церковного суда Православной Церкви епископ Дмитровский Алексей. Здесь
Есть просто грубейшая ошибка, значит, которую я вам сейчас покажу. Вот утверждение вот этого епархиального суда патриарх совершил якобы не, даже не по уставу, значит, Русской Православной Церкви, и не по, значит, он якобы решил по положению о церковном суде. Ну, по крайней мере, там, где выставляют эту бумагу, говорят, что вот по положению о церковном суде, статья 47, вот она, статья 47, я вам показываю. Значит, патриарх утверждает решение. Да, я соглашусь, что 47-я, и патриарх утверждает, в ней есть. Но мы читаем тот пункт, на который ссылается. Вот, пункт 4. Патриарх Московской всея Руси утверждает наложенные епархиальным архиереем канонические прещения в виде пожизненного запрещения священнослужения, извержения сана или отлучения от церкви. Это даже не установка, то, что он, значит, утверждает решение суда. Тут прямо еще раз переводится на устав Русской Православной Церкви смысл, что решение утверждается наложенное епархиальным архиереем, а не церковным судом. Поэтому кто? Вот тот, кто резолюцию написал патриарху и патриарх под ней после поставил подпись, или тот, кто это письмо прислал в епархию, что патриарх решение суда утвердил, или сам патриарх, вот не зная положения церковного суде, ошибся, утвердил решение суда, а не решение канонической, значит, епархиального архиерея. То есть, ну, здесь речь идет об указе. Должен быть указ, который патриарх и утверждает, а не решение суда. Это было бы очень странно, что и сейчас уже все доказали, в том числе с судом с отцом Владимиром Головиным, что суд не может решать, то есть он не полномочен давать саны, забирать саны, потому что это только епископ и патриарх могут это делать. Но у меня-то какая проблема? А проблема в том, что вот если бы я имел на руках вот такое решение, ну, такую резолюцию, я имел право подать в Синод, значит, там обжалование, подать, значит, в Архиерейский собор, ну, и даже на Вселенский собор, там, куда хочешь. Но у меня такого не было решение, поэтому я ничего не мог с ним сделать. Я его увидел только через 5 лет. Но когда я его увидел, у меня были другие к нему претензии. Я сейчас вам их покажу, значит, чтобы вы тоже поняли, почему я так в некоторых сомнениях, что эта бумага, которая прислана в епархию, вообще является действительной бумагой. Вот давайте посмотрим. Я сейчас вам выложу две бумаги. Вот сейчас я их так размещу хорошенечко. Дело в том, что в этом же 2010 году, когда я подал прошение на Общецерковный суд, значит, апелляцию в Общецерковный суд, мне пришло сообщение о том, что она принята. Вот, посмотрите. Канцелярия Святейшего Патриарха всея Руси и так далее. И подпись: епископ Дмитровский, секретарь Общецерковного суда Русской Православной Церкви Алексий. У меня эта бумага есть в подлиннике. Вот она. Вот она, бумага с подлинной подписью Алексия. Вот черным этим. Вот. Поэтому я ждал, что если что-то придет оттуда после того, как прошел суд, то придет именно такое. Но мы давайте посмотрим теперь, что на самом деле пришло мне и что на самом деле пришло в епархию. Дело в том, что эти обе бумаги не имеют печати. Нет печати.
А в таком случае печатью или таким основным, что ли, заверяющий этот документ, является штамп ведомства. Ну, это общий у нас закон для, и для государства, и для всех, он для всех одинаковый. И теперь мы вот с вами попробуем сравнить сначала эти два штампа. Вот вы видите. Штамп действительный, который ко мне пришел вот, из Московской патриархии документа. Никак размер не... Давайте я так вот. И штамп, который вот находится на документе, выставленной якобы епархией. Я не знаю, откуда этот документ. Вы видите, что это совершенно разные бланки. И совершенно разные штампы. То есть вот 30 июня был вот такой. Канцелярия на таком бланке присылала. А значит 17 декабря этого же года, год 10, уже совсем другая. И цвет, и расположение, и надпись. Все неправильное. Все неправильно. И все совсем другое. И тут канцелярия Святейший Патриарх Московской всея Руси. Представляете? То есть это правильно. А здесь Московская Патриархия канцелярия. Это уже совсем другой этот. Нисходящий номер. Совершенно разный способ написания. Совершенно разный учет. Вот, и совершенно разные, значит, постановка вопроса. Ну, видите, расположение, значит, адрес совершенно другое. То есть, вот это, когда прислали мне, это правильный. А вот откуда взялся вот этот, и как его напечатали, я не знаю. Поэтому я не могу ему доверять. И давайте еще одну. Я вам уже сказал о том, что там даты все перепутаны. Это другое. Но я еще... вам покажу одну вещь. Значит, вот на подпись на моем документе вот епископ Дмитровский, секретарь Общецерковного суда Русской Православной Церкви Алексей. Вот так, значит, написано. На бланк, на документе, который выставлен, значит, о моем этом, глядите, совершенно по-другому написано. Секретарь Общецерковного суда Русской Православной Церкви, епископ Дмитровский. Алексей. В чем тут суть? Ну, именно в том, что тут кто-то очень сильно унизил епископа, потому что у нас все-таки секретарь Общецерковного суда звание не как не превышает епископского. И вот здесь-то вот написано правильно, что он сначала епископ, а потом уже и секретарь суда. А здесь вот кто-то напечатал, что он секретарь суда Русской Православной Церкви, а потом уже и епископ. Поэтому вот я просто не могу доверять вот этому документу, которого подлинника у меня нет, я не знаю, как там печати, как там это. Вот. И поэтому и в этом смысле для меня он не документ, который говорит о том, что я лишен сана. Я всех прошу всегда, покажите мне указ, пусть епископа или лично патриарха, о моем извержении. Это единственный документ, который может выйти из лона патриархии, так можно сказать, и который я могу еще оспаривать. То есть я могу подавать, еще раз повторяю, в архиерейский собор, в синод подавать, ну и так далее. Там достаточно много, значит, еще инстанций, которые мог бы подавать и обжаловать. Сейчас я ничего не могу. То есть вот взять из интернета эту бумаженцию, где мне сразу скажут, я уже пытался в суде разобраться с тем, что опубликовано в епархии, как оскорбительный епархий сказал, это не наш сайт, это не мы выставляли, и эта бумага ходит непонятно где и непонятно чья. Вот, к сожалению, то же самое может ожидать и отца Владимира Головина. 10 лет я не имею понятия, в каком я нахожусь состоянии. Запреты на все, что у меня были, они были 5-летние, давно кончились. Поэтому я могу и одежду носить, и все остальное делать, и крест носить.
А других распоряжений не было о том, что мне, что я в запрете или еще что-то. Документ о том, что я лишен священнического сана, у меня нет. Если он действительно написан, вот эта резолюция, которую нам предоставляют, и все-таки, то она не по уставу сделана. А у нас, к счастью, даже патриарх не может нарушать уставы. И я думаю, что если он узнает, что вот так его подставили, то, в общем-то, мало не покажется и другим. Вообще покажется. Вот. Мы видим, что этих нарушений у нас очень много, и никто никогда не пострадал. Сколько бы отца Павла Адельгейма не гнали, никто так и не пострадал за его гонение. Там еще много священников было в таком же положении, тоже никто не пострадал. Никогда у нас епископы не страдают от того, что они делают с священниками. Поэтому продолжаются такие вещи, и сейчас, правда, они стали более простым способом поступать, то есть в запрет. В запрет отправляешь человека, а в запрете священник, во-первых, нельзя принимать от него жалоб. Там есть такое положение, значит, в апостольских правилах, что тот, кто под запрещением, от того нельзя принимать жалоб. А во-вторых, он все время находится в подвешенном состоянии. Я, например, в Кинешемской епархии знаю сейчас несколько священников, которые вот в таком подвешенном состоянии оказались, и один там почти 10 лет в таком состоянии, ни туда, ни сюда его, и он не работать нигде не может, потому что он священник, и ему, когда он примется за какие-то работы. Ну вот я знаю одного священника, который в Москве сантехником стал, хорошо зарабатывает, но он сразу, конечно, убрал все звания свои, что он священник, хотя он не лишен сана, он просто в запрете находится. И так и здесь священник оказывается в положении, где он ни работу не может найти, ни средств пропитания у него нет, потому что ему не дают служить в храмах. И этот призыв патриарха, что устроите всех запрещенных, чтобы они в храмах трудились, чтобы они получали это, он не действует. То есть и пожилые люди, отслужившие по 20 лет, попадают в запрет и находятся вот в таком подвешенном состоянии. Я, слава Богу, в этом подвешенном состоянии делаю, что люблю. То есть я так и занимаюсь и профилактикой детей, значит, программами этой деятельности и информационной деятельностью, которую веду для того, чтобы у нас лучше все стало, дорогие. Это не критика. То, что я вам сейчас говорю про церковные вот такие дела некоторых деятелей, это не критика церкви. Церковь я люблю. Многие мне предлагают отказаться. Мне предлагали даже епископом в другой церкви стать. Я не собираюсь уходить из той церкви, которой я покрещен, которую люблю и которую считаю, что в конечном итоге все равно найдется в ней правда. Все равно то, что я вот в таком состоянии, все равно когда-то будет решен этот вопрос, реабилитирован. Меня отец 25 лет ждал своей реабилитации. И в конечном итоге вернули ему и награды, и звания, и все остальное. Ну, у меня прошло еще только 10 лет, поэтому время еще есть. Спасибо за внимание. Всем хорошо провести Великий пост, чтобы к Пасхе действительно таким воцерковленным человеком прийти. Это самое главное – воцерковиться. А воцерковление – это хождение в отношении с Богом прежде всего, то есть вот в отношении с Ним прежде всего, а не то, что вы много там начинаете и часто причащаться и какие-то такие эти совершать. Все, помоги вам Господь, аминь.